Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем проходить Resident Evil Remake. В прошлой части мы видели кончину, в кавычках, Альберта Вескера. Ну и теперь заглянем к Джилл, как она здесь. Джилл? Крис! You're okay. Крис... It's Wesker. He... I know. But first, let's get out of here. Да, как видим, наш Крис очень умный малый. Он все знает. Поэтому нам нужно поскорее сваливать отсюда. Ну что это? Мы что-то забыли. Надо вернуться. Ой, это что такое? Что за пиксели это? А я уж думал, куда Джилл ходила погадить. А у нее тут такой унитаз фирменный. Я думал, ей просто дырку просверлили или ведро кинули. Ну да ладно. Сейчас надо выбираться отсюда. Если честно, я думал, этот ключ от двери, которая выше находится. Оказывается, это мегамастер ключ, не зря так называется. Он любые двери откроет. Жалко, что у Криса такого сразу не было. Мы бы тут наворотили бы дел. Так, ну вы как, наверное, успели заметить, я взял кольт, так как чувствую, начинается самое интересное. Джилл уже не может, блин. Let's going, let's going. Она уж там засиделась в этой тюряге. Хочет быстрее свалить от нас. Ну, он уже убежал, и след простыл. Попробуй догони ее. Джилл, где ты? Сказал бы я сейчас словцу. Да не могу. Не позволяет рейтинг. У меня рейтинг канала можно смотреть от 3 лет, поэтому грубые выражения не приветствуются. А запикивания у меня нету. Сейчас бы я бы сказал отжил все, что я не думаю. Свалила, мы ее выручаем, она куда-то убежала. Ай, ладно, надеюсь, она там где-то нас ждет. Да, и кстати, меня мучает вопрос, где же Ребекка? А, вот ты, Джилл, ждешь? Ну давай, подождем, подождем. Да, выкинь этот мастер-ключ. С чего они взяли, что выход здесь? Выход там, где нас собаки загнали. Она с нами не идет, что ли? Джилл, ты с нами не этот, не идешь? Ну ладно, как хочешь. Патроны, отлично. Намечается великая битва. Здесь что?
аптечка. Но у меня... Так. А, ну ладно, если что, траву так съедим. Чё там last chance? О, господи, Джилл, ты чё меня так пугаешь? Ты чё там? Прокладки менял, что ли? Застряла там. Если, конечно, у тебя не есть вещи с собой. Так вот. Немного не... Вопрос такой не в тему. Как в такой ситуации Джилл справляется со своими женскими надобностями? Или у нее все при себе? Так, ладно, ставим эту тему. Так, берем эту хрень. Я думал, Джилл нам будет помогать тащить, что-то она будет так просто над душой стоять. Ладно. Мы тебе, Джилл, это еще припомним. А, вот сюда, наверное, воткнуть надо. Нет. Я не попал. Вот сюда. Чуть-чуть промахнулся. Я думаю, Крис отыграется на Джилл, когда мы будем за Джилл проходить. I'll take care of them. But... Крис, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Okay. Джилл решила покасать себя вояк. Ну давай, давай. Мы пойдем вперед. Это тебе не Эшли, который будет в четвертой части бежать. Help, help. Джилл как скажет, так отрежет. Я возьму и все. Я тут главное. Ты иди там занимайся своими бабскими делами. Настраиваю компьютер, зови помощь, а я пойду разберусь. Джилл, девка не про. Так, что у нас здесь? Вертолетная площадка, что ли? Сигнальная ракета. Хм, офигеть, такой кейс Крис умудрился себе засунуть. Чё он сказал? При технические сигнальные ракеты. Да, тут прям... Надо с чем-то использовать, наверное, да? Не руками же кидать. Крис будет. Ау, кто меня слышит? Я думаю, все не так-то просто. По-любому сейчас появится какой-то монстр. Не даст нам уйти. Так, а что, туда нельзя зайти? Ну, это вообще как-то неправильно. Лесенка есть. Так. Погрузчик. Куда вашу мать вставлять эти ракеты? Или надо сейчас обратно бежать? Чё-то я никак это самое не соображу. Че, надо на центр этого встать, что ли? Сейчас. Ой, надо же. Сообразил. Ну, посмотрим фейерверк. Happy New Year! You okay? Ага, пол руки откусили.
уже успела там где-то. Да-да, уроды. Трусливые, мы здесь. Он жил уже хреново. Сейчас она монстра начнет превращаться. Это что, весь ролик? Извините, господа разработчики, это все? Да, а зачем же тогда вы меня тут снабжали патронами под конец? Очень-очень странно. Я надеялся на какую-то там битву последнюю. Мега-стрельбу. Всего один выстрел из магнума, это на все, что меня хватило. Копия этот пистолет. Так я не понял, что с Ребеккой случилось. Да, странно как-то. Ну да ладно. Узнали много интересного по ремейку. Всем спасибо за просмотр моих мега прохождений, за переживания Криса Редфилда в этих войнах. Подписывайтесь на мои новые видео, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Всем большое спасибо, всем удачи. На волне со мной на Resident Evil прохождениях и других не менее интересных играх. Еще раз пока.